По инициативе республиканской прокуратуры более 100 руководителей привлечены к административной ответственности. Сегодня нам рассказали, кто попал в черный список и за что. Чаще всего клали под сукно, как в таких случаях говорят, обращение людей руководителей Алькеевского, Тюльчинского, Камско-Устинского и Арского районов. В том же самом Алькеевском районе главой района на личном приеме была принята одна гражданка, которая ставила вопрос о починке крыши в ее жилом доме. Обращение было принято на личном приеме, однако, когда прокуратура проводила проверку, не было выявлено никаких, скажем так, следов рассмотрения этого обращения. И таких примеров черствого отношения к людям масса, говорят в прокуратуре. Обращение одного из жителей Арского района на имя руководителя исполнительского комитета Арского муниципального района, в котором житель просил восстановить дорожное сообщение, а именно мост к деревне, в которой проживает сам житель и, естественно, многие другие лица. А в Камско-Устинском районе поступало обращение жителей в исполком района по вопросу надлежащего содержания дома, ветеранского дома, потому что там были не совсем хорошие условия. Однако и это обращение оставлено было без внимания. Всего же по Татарстану более 100 чиновников по инициативе прокуратуры привлечены к ответственности за подобные нарушения. Пока в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Инна Данилова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.